Привет, друзья! Я хочу показать вам, как я занимаюсь йогой. Мои любимые упражнения. Так, я люблю поддерживать пресс вот таким вот упражнением. То есть статическое упражнение. Носочки тянем вперед, напрягаем пресс и концентрируемся. В этом упражнении лучше всего задержаться, ну, как можно дольше. Я когда играю с детьми, я периодически делаю это упражнение для укрепления мышц пресса. Мой живот еще не совсем восстановился после родов, то есть еще есть над чем работать, но это упражнение, я считаю, что очень эффективно. Это навасана, поза лодки. Главное в нем хорошо глубоко дышать. Из него я люблю выходить в такой баланс, брать носочки и вот так вот ножки разгибать, сгибать. Разгибаем и сгибаем. Разгибаем, сгибаем. И опять застыли в балансе. После этого выходим в бабочку. В бабочке я уже достигла определенных результатов. И я могу сказать, что чем, когда мое питание изменилось в сторону растительного, ну, почти практически сыроедение, но не стопроцентное, не всегда стопроцентное, гибкость улучшилась, то есть раскрытие тазобедренного отдела стало лучше, гораздо. И вот так вот можно поперекатываться. Тоже медитативное упражнение, хорошо во время беременности. Ну и во время материнства, то есть мы можем в это время играть с детками, что я обычно и делаю. Мишки, шарики. Вот. Посидели вот так вот, потом садимся с прямыми ногами и делаем вот это упражнение. Поднимаем таз вверх. Когда идем вверх, то мы вдох делаем, вниз выдох. Вообще в йоге самое главное – это получать удовольствие от процесса движения. Как можно больше осознавать свое тело. Делать плавно и медленно. Конечно, йога – это аскеза, должна быть определенная аскетичность. Но я считаю, что в женской практике должно быть все плавно и спокойно. Скрутки делаем на выдохе. Скрутки очень хорошо действуют на пищеварительную систему, очищают нашу печень, выводят токсины. Для этого всего лишь надо взять ногу и переместить ее. То есть я взяла левую ногу, поставила за правое колено и скрутилась влево. И задерживаемся на 5 циклов дыхания. Хорошо. Хорошо вот еще так вот поразминать. Взять ногу и поразминать. Вот так вот. Это хорошо действует на всю
осью половую систему, укрепляет мышцы, растягивает их. Вот. Вторую ногу то же самое. Берем ее, правую ногу, ставим за левое колено и скручиваемся на выдохе в правую сторону. Хорошо постучать после этого ногами. Так, и разомнем теперь таким же образом правую ногу. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Дети, конечно, с легкостью достают своими стопами до ушей. Но мы тоже можем это делать, стараться. Я люблю это делать. Я очень люблю разминать мышцы ног. Потом это помогает добиться хорошего раскрытия тазобедренного сустава, чтобы сидеть, чтобы мочь сидеть в таких позах, как поза лотоса. Нам необходимо иметь хорошо разработанный тазобедренный сустав. Вот, поразминали колени. Вам не видно, но что я делаю? Я ставлю свои ноги, кладу на коврик и вращаю стопами вот так. Такие вот круги. Только это все, ноги лежат здесь. И работаем, работаем ножками. Очень важно стопы разминать при занятии йогой. То есть я кручу стопами во внешнюю сторону. Это очень хорошо помогает, если болят колени. Прорабатываем таким образом стопы, стопу. И вовнутрь то же самое. Вот. Хорошо. Теперь мой любимый наклон вперед. Делаем вдох и выдох. Ваш чемоданасана. Делаем 5 циклов дыхания. Эта поза считается позой долголетия. Необходимо стремиться не лицом, а именно грудным отделом, то есть вот так наклоняться вперед. В этой позе, конечно, лучше задерживаться подольше. И постараться поцеловать свои колени. Так. После этого я люблю делать такие лягушачьи приседания. Развожу колени в сторону и делаю раз. Выдох, вдох, выдох, вдох. В это время я стараюсь находиться на носочках. Вот так. И переминаюсь
Это упражнение из кундалини-йоги. Называются лягушки. Их, по-моему, советуют делать 26 раз. Но я сейчас особо даже не считаю, просто показываю такое упражнение. Мне кажется, оно хорошо тонизирует бедра. И вытягивает мышцы ног. Вообще, я за такую физическую нагрузку, которая нравится, которая доставляет удовольствие, расслабляет. Хорошо. И закончим упражнениями на попу. Попу надо вот так качать, слегка покачивая ногой. Вот так. Руку можно противоположную, то есть у меня сейчас правая нога, можно взять левую руку, вытянуть ее вперед. И вот в этом состоянии замереть. Ох, ох, ох. И как можно дольше находиться. Можно встать на локти, а точнее на... опустить руки, согнуть их в локте. И вот так вот. Так, хорошо. Теперь то же самое на другую ногу. Мне кажется, это упражнение очень эффективно. Конечно, оно это не супер фитнес. Много калорий это не сжигает. Но это помогает мне держать тело в тонусе. Кобра и выход в собаку мордой вниз. Прогуляем собачку, балансируем. Я люблю опять выходить в кобру. Так вот, ноги еще люблю поподнимать, чтобы почувствовать мышцы бедер. И опять виньяса, и выходим собаку мордой вниз. После этого мое любимое упражнение для боковых мышц. Самое на другую руку. Главное, необходимо дышать в процессе упражнений. Вот так вот можно оторвать колени и постоять, почувствовать каждую мышцу. Хорошо. Потом садимся в ваджрасану, прикрываем глаза, благодарим себя за практику и посвящаем заслуги от практики любимым людям. Делаем вдох, выдох. Можно пропеть мантру ОМ.
закрываем глаза, возвращаемся в нашу реальность прекрасную. И я желаю вам прекрасного настроения. Будьте всегда в форме, улыбайтесь, радуйтесь, радуйте себя и свое тело, и своих близких. Подписывайтесь на канал. Я буду вас радовать. Пока-пока!